Ребят, всем большой привет! С вами Раиль Арсланов и это «Хижина музыканта». Сегодня разберем песню группы M-Band «Невыносимое». Кавер полный на эту песню находится в описании под видео, а также видео, которое является виновником данного разбора в описании под видео, которое называется «20 хитов 2016 года за 9 минут». Ну а мы сейчас слушаем кусочек нашего кавера и уже приступаем к разбору. Поехали! Всегда бывает, когда ты танцуешь, и над ним мотыльки летают, обжигая крылья, и я среди них. Разве ты не знаешь, на тебя похожей нет ни одной? Руки оттолкнули, а глаза сказали: следуй за мной, просто невыносимая, невыносимо красивая. И любить тебя сильно так, в сердце выстрелом. Просто невыносимая, невыносимо красивая. И любить тебя сильно так, сильно так. Вы только что прослушали мой кавер в тональности ля минор. Ну, самый традиционный тональности, которую вы знаете. Но оригинальная тональность песни на полтона выше, си бемоль минор. Шестой лад, верхняя посадка. Всю песню посмотрим в оригинальной тональности, а не в той, которую я исполнил. Но аккордики я вам подскажу все-таки простые, и все это будет в конце видео, так что досмотрите его до конца. Ну а мы приступаем к разбору тональности песни си бемоль минор. Дальше, как в песне «Жуки-батарейка», спускаемся на полтона, дальше идет ля бемоль мажор. Это, по сути, G-решетка, чтобы вам легче было. Еще через лад будет G-B мажор. То есть соль бемоль мажор или по-другому фа диез мажор. И в куплете еще один аккорд присутствует — ми бемоль минор. В припеве будет встречаться еще аккорд ре бемоль мажор или по-другому до диез мажор. Это одно и то же, один и тот же аккорд, просто называется по-разному. Если смотреть со стороны бемоля, это ре бемоль мажор. Если со стороны диеза, то до диез мажор. А по сути тот же аккорд, та же самая нота. Можете хоть как-то звать. Посмотрим теперь куплетик. Допустим, прошли соло, который посмотрим чуть позже. Куплет я играю вот таким вот боем. Бас, 3, 2, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Получается бас, 3, 2, вниз, вверх, вниз, вверх. Пока без удара. Бас, 3, 2, вниз, вверх, вниз, вверх. Бас, 3, 2, вниз, вверх, вниз, вверх. Дальше ля бемоль мажор. Бас, 3, 2, вниз, вверх, вниз, вверх. Бас, 3, 2, вниз. Понятно, да? Чтобы удар прозвучал, я еще ладошкой бью по барабану. То есть получается. То есть получается. Можно и без этого, по сути. Бас, 3, 2, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть удар вниз не делаю только по струнам, а еще ударяя по дейке верхней. И вниз.
сути, не тяжело, но если не хотите, не делайте. И получается... Вот эти же четыре аккорда нужно в проигрыше прогнать, который идет до первого куплета, где идет соло. И потом уже в последующих проигрышах эти аккорды также надо будет играть. Все, ребята, мы выучили, можно уже попробовать спеть. Так всегда бывает, когда ты танцуешь, и на одни модельки летают. Разве ты не знаешь, на тебя похожей нет ни одной. Руки оттолкнули, а глаза сказали: следуй за мной. Один удар вниз, руку расслабили левую, чтобы коротко прозвучало, и начинается припев. Вот так вот. Поется не так высоко, в принципе, приемлемо, можно спеть. В ля миноре будет еще ниже, поэтому... досмотрите до конца, все будет круто. Припев. Аккорды припевные. Си бемоль минор. Дальше ре бемоль мажор. Средняя посадка. Дальше ми бемоль минор. Потом идет соль бемоль мажор. Ля бемоль мажор. Какой бой? Бой девяточка. Вниз. Вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. На каждом аккорде. Следующий. Ре бемоль мажор. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Ми бемоль мажор. Вниз, вниз. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. А вот здесь уже бой делим. А, соль бемоль мажор. Вниз, вниз, ля бемоль. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Разделили пополам. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. И все, уже можно попробовать спеть. Этот бой не совсем, конечно, сочетается с куплетным боем. Поэтому, если хотите, можно попробовать вот такой бой в припев сыграть. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Очень легкий бой. Просто невыносимая. Вот, а можно девяточку сыграть, поехали. Просто невыносимая, невыносимо красивая, и любить тебя сильно так, сильно так, в сердце выстрелом. Просто невыносимая, невыносимо красивая, и любить тебя сильно так, сильно так, так убийственно и так прекрасно. Дальше следом идет второй куплет, и бой там не меняется, такой же остается. Чуть-чуть. Сколько в твоем танце красок всевозможных, и в этом ты вся. Для тебя я мог бы сделать все, что можно, и все, что нельзя. Взгляды словно пули сердце разрывали, а мне все равно.
руки оттолкнули, а глаза сказали: следуй за мной. Тоже удар делаем на ми бемоль мажор. Следуй за мной. Так надо. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И отпустили левую руку. Ну, расслабили, не отпустили. Следуй за мной. Следуй за мной. Просто не выно. И опять вот на этих словах можно поиграть на пустых струнах. Просто невыносимая. Да, на пустых вниз, вверх, вниз, вверх. Сделали и снова припев. Просто невыносимая. Невыносимо красивая. И люблю тебя сильно так, сильно так. В сердце... Что в голосе поется в припеве? Вторая струна, нота до, второй лад. Потом четвертый лад. Первый лад первой струны. И второй лад снова второй струны. Просто невыносимая. Невыносимо красивая. Два раза спели. Сжимаем третью струну на третьем ладу. Потом второй лад второй струны. Снова третий лад. Потом второй лад. Первый лад. Второй лад второй струны. Первая струна, второй, первый лад, второй лад. И все нужно сделать так, чтобы ваш голос совпал с этими нотами. И любить тебя сильно так. Нужно потренироваться, попеть. Теперь посмотрим солячок из нашей песни. Соло покажу на классической гитаре, потому что именно на ней я и сыграл в кавере. Первая струна, шестой лад. На первой струне делаем на шестой лад слайд. Пару раз дергаем. С вибрато. Потом слайд на восьмой лад оттуда же. То есть... Здесь только три раза дергаем. Потом слайд на рядом стоящий девятый лад. Потом делаем хаммером с пулофом на восьмом ладу. То есть, ну, на восьмом ладу зажимаем первую струну и делаем на девятый лад хаммером и пулоф. И потом дергаем сразу же шестой лад. То есть... Потом делаем также хаммером с пулофом, только... На шестом ладу. На шестом и восьмом ладу, по сути. Зажимаем шестой лад на первой струне. Делаем хаммер-он на восьмой лад. И срываем пулов, то есть быстренько должно быть. То есть... Потом дергаем вторую струну на шестом ладу. Потом снова на четвертом первая струна. И слайд на шестой лад. То есть... То есть... Слайд. Потом хаммером с пулофом опять. Потом пятый. То есть седьмой лад второй струны. Еще раз. Потом зажимаем вторую струну на седьмом ладу. То есть, так должно быть. Шестой лад, четвертый. На второй струне уже доигрываем. То есть, шестой лад, четвертый. Слайд шестого на седьмой. Седьмой дергаем. Зажимаем вторую струну на четвертом ладу, потом на шестом. И обратно на четвертом. Потом слайд шестого на седьмой лад. Пару раз дернули. И делаем двойной пулов. То есть с седьмого на шестой лад. Потом на четвертый лад. Срываем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Давайте повторим сначала первый раз и пройдем на второй раз.
сыграли. За вторым разом то же самое в начале. То есть слайд на шестой лад, на восьмой, на седьмой, на девятый. Потом опять хаммером с пулофом с восьмого лада на девятый. Слайд потом с шестого на восьмой. То есть сидим на восьмом ладу и девятую касаемся. Потом шестой, восьмой лад. Слайд на девятый. Опять сделали эту фигню. Дальше девятый и одиннадцатый лад. Понятно, да? Слайд с 9 на 11 лад. И в конце уже с 9 на 11. Ребята, ну теперь посмотрим долгожданные аккорды, простые, вот здесь вот, которые находятся. Как спеть песню на этих аккордах? Тональность ля минор, первый аккорд ля минор, соответственно. Следующий аккорд будет G, соль, это в куплете. Потом фа, потом ре минор, в куплете, да. Припев пошел, аккорд ля минор. Одна барышка всего лишь. Справитесь, ребята, справитесь, я вас верю. Вот-вот, ребята, разучили сегодня новую песню. Я думаю, мы с вами уже становимся круче и круче каждый раз, когда мы учим новую песню. Потому что это действительно круто знать больше песен, чем ваши другие соседи, я думаю. И знать самые такие красивые топовые песни, как сегодняшние. И согласитесь, вообще очень приятно на душе, когда вы новую песню выучили, и когда она еще получается и звучит круто. Теперь она выучена, теперь ее можно исполнять для друзей, для девушки. И очень-очень радовать их вашей гитарной игрой. С вами был Раиль. Ставьте лайк, если понравился разбор. Мне будет очень приятно. Внизу в описании под видео найдете мой самоучитель игры на гитаре. Освоим гитару за 7 дней. Если вы еще полный ноль на гитаре и хотите быстро научиться играть на гитаре, чтобы вот эти все песни исполнять, проходите, и через недельку, через две, через три, через месяц вы уже будете играть как надо, как все хорошие гитаристы. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока. Подпишись на канал и поставь лайк. Подпишись на канал и поставь лайк. Подпишись на канал и поставь лайк. Респектую тебя с миром, если это лайк.